Обещали показать, как получится люк. Вот у нас здесь в комнате, которая суперсовременная декоративная штукатурка. Эффект нешлифованных стен. Здесь у нас люк я показывал, вы писали, советовали, как что сделать. Сейчас вкратце пробегусь. К сожалению, поднять я не могу, потому что ручки заказчик не привез. Мы должны были просверлить такие две ручки поставить складные. Вот, так что так расскажу, как мы сделали. То есть люк, к нему разобрали деревяшки, к нему накрутили лист ГВЛ, квадрат выкроили, закрутили саморезами прямо в люк. Вот, потом пенопласт экструдированный, троечка. Получается, набрали нужную высоту, чтобы он облегченный был. Вот, и сверху еще один лист. Тоже ГВЛ, получается, скрутили длинными саморезами, пеной, все это пеной еще проходили, что снизу, что сверху, пенопласт. Вот, получается, все это запенивается, и сверху еще лист, который окончательно, еще дополнительно полностью обкручивается вместе с первым листом. То есть, получается, такой сэндвич, и на него вот уже плитку укладывали. Так вот все запилили. Серега здесь помучился, еще чтобы еще плитка совпадала. Такая вот работа. Мне особенно вот этот, Серега, кусочек твой понравился. Да. Так вот. Такие люки нигде не продаются. Но все-таки Серега говорит, сейчас попробуем поднять. Сейчас саморезы вкрутим. Ладно, сейчас покажу. Сейчас надо обмазать этот торец. Чуть-чуть. Да, вот как раз о чем мы говорили. И, с этой стороны, это не саморезы. Здесь ты, получается, с этой стороны скрутил и с той стороны, да? В основном за счет пены там все промазано. Вон, пена. Подмазать. Где? Вот это подмазать. Часть, чтобы ровно было. Да. Шик-шик. И главное не перепутать, чтобы потом закрыть, да? Ну, здесь, в принципе, он в одну сторону смещен. Да. Не перепутаешь. И здесь тоже обмазать сейчас. Да. Клеим, да? Ну, я совсем не остался. Да. Угу. Мешаться не будет? Да. А, у тебя же здесь зазор еще. Такой вот получился люк. Который стоит, наверное, 10 тысяч, да? Все, что хотели показать. Но он легкий получился довольно-таки. Ну как? За счет плитки, за счет клея тяжеловато, за счет этот сам люк вес придает. Ну, ГВЛ, да, тяжеленький. Ну, так как бы. Но если бы стяжка сделали, мы бы и не подняли. Сколько примерно килограмм? Килограмм, наверное, 10 точно. Килограмм 10? Да. Ну, это легкий. Потому что по высоте это сколько получилось? Где-то 70 на 70. А, так? Наверное, 7, да? Улитка. А, улитка есть. Потому что если стяжка, то это больше чуть-чуть, 7,5. Да. Ну, плитка тяжелая, то есть она же керамогранит. Да. Ладно, так вот все, что хотел показать.